Всем привет! И сегодня мы проведем распаковку петличного микрофона от компании Rode под названием SmartLav Plus. Это специальный микрофон, предназначенный для работы с мобильными устройствами. К обычной камере данный микрофон не подойдет, или же придется докупить специальный переходничок. Рассмотрим упаковку. На передней стороне надпись SmartLav Plus, логотип Rode, высококачественная передача аудио напрямую в ваш смартфон или планшет. Новинка улучшена, также повторение вот этой надписи на различных языках. Изображение микрофона, а также скриншоты с рекламного ролика данного микрофона. Сверху у нас пусто. Снизу надпись «Сделано в Австралии» и логотипчик с кенгуру. Сбоку мы имеем повторение надписи, высококачественная передача аудио напрямую к смартфону или планшету. С другого бока имеем надпись «SmartLav Plus», а также некоторые характеристики. Итак, значит, TRRS разъем. Именно данный разъем здесь используется, и он отличается от обычного разъема под микрофон в вашей камере, так как в мобильных девайсах разъем под микрофон и наушники совмещен в один. Это как раз он. А в вашей камере они разделены. И поэтому, чтобы использовать данный микрофон с обычной камерой, необходимо докупить переходничок на стандартный разъем микрофона. Новый улучшенный звук совместимо как с iOS, так и с Android девайсами. И над Android имеем вот такую звездочку, которая расшифровывается ниже. Также на задней стороне у нас имеется SmartLav Plus. Это микрофон профессионального класса, созданный для широкого спектра приложений. Просто подключите данный микрофон в разъем под наушники вашего совместимого смартфона, мобильного девайса или компьютера, и он сразу же заработает, сразу же начнет запись. Также это все повторяется на различных языках. Штрих-код, QR-код, мы попадем с помощью него на сайт smartlav.com. А также расшифровка звездочки. Для полного списка совместимых устройств посетите сайт smartlav.com. Также у нас имеется изображение микрофона со смартфоном, на котором запущено фирменное приложение от компании Rode. Ну что же, давайте откроем коробочку и посмотрим, что лежит внутри. Итак, внутри мы имеем сам микрофон. Длина кабеля составляет 1 метр 20 сантиметров. Клипса. Вот такой вот мешочек, чтобы сложить микрофон. Липучечка, которая позволяет в смотанном состоянии хранить ваш кабель. Инструкция. Здесь показано, как использовать микрофон. А также приложение от компании Rode. Также у нас имеется вот такая вот бумажка, на которой написано предупреждение, что в кабеле применяется кевлар, и поэтому нужно быть осторожным, если вы обмотаете этот кабель вокруг шеи. Также такой вот пакетик, чтобы собирать влагу. Значит, сам микрофон у нас выполнен из металла. Производитель дает гарантию на микрофон в районе 12 месяцев. Также у нас идет на микрофоне вот такая вот ветрозащита, по совместительству выполняющая роль
поп-фильтра. Клипсы у нас также выполнены из металла. Кажется, довольно надежный. Вот. А вот у нас специальный разъем. Вот так вот он выглядит. Немного отличается от стандартного разъема под микрофон вашей камеры. Также для работы с микрофоном компания создала специальное приложение для iOS-устройств. Оно называется Rode Rec. Стоимость этого приложения составляет 460 рублей. Но также существует и урезанная версия данного приложения. Она бесплатна, называется Rode Rec LE, в которой ограничен функционал. Но на первом этапе можно использовать и это приложение, а в дальнейшем уже докупить полную версию. Ну что же, это была распаковка петличного микрофона от компании Rode под названием SmartLav Plus. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!